поделитесь впечатлениями от игры. Очень напряженная встреча была. Ну, хорошая боевая игра. Жаль, конечно, проиграли, но ничего страшного. Идем дальше. Получилась хорошая игра. Ничего сказать больше. Что «Динамо» смог предложить такого, что с чем не справились? Да, как обычно, просто мы не реализовали свои моменты. Ну и где-то в обороне плохо сыграли. Обычно «Динамо» играл в своем стиле, все как обычно. Вот так получилось. «Динамо» бьется за плей-офф изо всех сил, у них каждое очко им важно. Можно сказать, что все-таки немножко больше у них желания было? Да нет, мы на каждую игру выходим с огромным желанием, играем только на победу, но... Собрание сейчас было в раздевалке. О чем сказали тренеры и руководство? Неважно. Вы были очень расстроены после момента, когда был выход 1-1. Не очень довольны своей собственной игрой в этом матче? Да, ну, расстроился, конечно, что в игрока попал, но хорошо, и Игорь Шестеркин подтащил. Молодец. Кто запросил просмотр? Я не знаю, не слышал. «Динамо», возможно, соперник СКА по первому раунду плей-офф. Не хотелось бы такого получить сразу? Да, до плей-офф еще сколько там, две игры, ну, там будем смотреть уже.